В военном комиссариате Мордовии прошли инструкторские и методические сборы с участием глав районов республики. На повестке заседания – итоги весеннего призыва и постановка целей и задач на осеннюю призывную кампанию. Весной отдавать свой воинский долг в рамках срочной службы отправились более 1000 новобранцев. В настоящее время они служат в воинских частях по всей стране. В общем-то, у нашей республики хорошая репутация в плане проведения призывной кампании, потому что наши призывники, как правило, отличаются хорошим здоровьем, и в большинстве случаев план призывной кампании у нас всегда выполняется. Представители военкомата отметили ряд серьезных изменений в законе о воинской обязанности. Поправки вступят в силу с 1 января 2024 года. Возраст будет увеличен с 1 января следующего года с 27, предельный возраст, с 27 до 30 лет. Также еще в федеральный закон внесены изменения по оповещению призывников. В военном комиссариате в очередной раз призвали граждан не пытаться уклоняться от призыва. Ведь обращение в популярные правозащитные организации не избавит новобранцев от воинской обязанности. За уклонение от армии нарушителей ждет штраф в размере 200 тысяч рублей или принудительные работы сроком до 2 лет. Напоминаем, что осенний призыв начнется 1 октября, а завершится 31 декабря 2023 года. Михаил Мазанов, Владимир Наськин, «Народные новости».